Вы упомянули словосочетание «русская душа». Да. Вы ведь родились во Львове, когда это был польский город. Я никогда не помню, но это не было. Ну. И вас кто-то, не помню уже, тоже сейчас, честно не помню, назвал славянским режиссером. Вот «Русская душа» только есть. Нет, вы пропускаете. Там говорили «великий славянский», простите. Это потому что вы как по определению, раз Виктюк, то великий. Мне очень жалко, понимаете? Нет, но это презумпция того, что мы все понимаем, что великий. Вот великий надо сразу режиссер. Говорить правду. Хорошо. «Русская душа», а «украинская душа» отличается от «русской души»? Нет. Нет? То есть это... Нет. А хорошо. Ну а как корни-то я не начинаются? Ну как вы, ну историю-то? Угу. Вы же учили где-то? Ну, как и вы, я многое не помню. Вы тоже не помните? Кое-что не помню. Боже мой, какая родственная душа. Опять дайте кулак. Все, спасибо. Молодец, талантливо. Вы знаете, да, я вам должен сказать, что да. Что глубинные да совпадают полностью. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».